Так, всем доброе утро, мои телепузики, мои сахарные заводы, Калуга-бандиты, жилетовские мои любимые подписчики, всем доброе утро. Это мой завтрак, больше ничего не буду я есть, ни кашу, это хлеб, как его называют, фруктовый там все, масло белорусское, я вам говорил, мне нравится. Банан, этот актив надо доесть. Соль. Вот это сейчас остынет, и вот этот я буду. Здесь, видите, 5 витамин. Кофе с молоком и сахару. Погода у нас, конечно, дождь. Я сейчас посуду вымыла. Стирать я сегодня не буду. Может, вечером там чуть-чуть. И то не буду. Видите, мне скоро цветочки распустятся, ребят. Вот они, видите, бутончики мои скоро распустятся. Мои телепузики, мои муси-пуси. Вот, видите? А этот еще только растет, это материный. А этот мне добрый-добрый на цветок денег выслал, видите? Распускается. Добрый, смотри, твой цветок. Видишь? Видите, погода какая. Слышите, какая погода? Дождь идет. Я сегодня обратно ночью встала. Ну, под утро встала и не спала, сидела в этом. Вот, видите, какая погода? Пасмурная. Ничего не хочется делать.